пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого дождя. Станет прохладнее, 6-8 градусов днем, ночью 4-6 выше 0. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 8, ночью плюс 5, северо-западный 2 метра в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 7, ночью 6 выше 0, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой дождь, плюс 7, в дневное время ночью плюс 5, западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.